искренность Влада при деньгах. В Рождестве там общался с Тянкой, очень нравится. Скромная, красивая, это Дэн держит меня в инет френд-зоне. То есть мы в реале встречались один раз, было кринжово, после того только в инсте общаемся. Кидать ее, если что, завел Тиндер и вроде как-то отпустила. Но все равно есть чувство. Брат, ну смотри, такая хуйня, Егорик. Как разобраться можно? Ты посиди, подумай, типа, мозгом и сердцем. То есть, если твое сердце не хочет отпускать долгое время... На! Нравится. А если сердце не отпускает, то тут уже ничего не поделаешь. То тогда уже, типа, нужно принимать какие-то, предпринимать действия какие-то ебаные, понял? Только если сердце не отпускает. А так оно нахуй надо. Скромная, милая, таких девочек дохуя. Должна быть твоя единственная, понимаешь? Только твоя, Тян, которая одна тебе во всем мире нужна. Если ты переключился на Тиндер и тебе стало похуй, то забивай хуй, через неделю ты забудешь ее нахуй вообще. Общайся просто как с кентом, если она тебе интересна. Но если ты чувствуешь, что кроме нее тебе нахуй никто не нужен, то само собой нужно действовать как-то. Ну что-то там, звать там, пить пиво там, я не знаю, что там делают обычно. Тиктоки ей смешные скидывать. Вот такое дело, чувак. Искренность Влада при деньгах. В том-то и проблема, что я ее приглашаю стабильно раз в месяц, но она всегда занята, у нее якобы нет времени. Это продолжалось долгое время. Я думаю, что ей просто похуй, но она иногда сама пишет мне. И шаришь, она постоянно мелькает перед глазами в инсте сторис, смотришь. Мы в одном вузе. Но когда дело доходит до свидания, все сливается. Ну, тут же опять подход, который я рекомендовал уже не раз, и не два, и не пять. Ты просто, типа... Когда она пишет тебе, ну, ты общаешься, типа, как с кентом с ней, типа. Попытайся забить хуй на то, что она тебе дико нравится, понял? Ну, это сложно сделать, да, но это на волевых, на мужских, типа, яйцах, понял? Именно попытайся представить, что это твой кент. И ты просто, типа, ну, тебе похуй на романтические отношения с ней, на то, что ты хочешь, типа, понюхать ее влагалище, типа, увидеть ее грудь. Или там потрогать ее ножки, типа, в кино, знаешь. Залезть ей пальчиком туда, пока вы смотрите «Форсаж 15». Забудь про пальчик в вагине, типа, подумай о том, какой она человек. И проведи с ней время, как с человеком именно, понял? А не как с объектом вожделения. И это я тебе именно отвечаю, это работает. Именно отвечаю. Без хуйнить, это работает. Тут ты поймешь просто, типа, она тебе важна как человек или нет. А на этом все строится, типа, понимаешь? Именно на человеческих. Не на вот этих, типа, я хочу там под юбку и заглянуть, понюхать ее вагину, типа. Как она чем пахнет, мне очень интересно. А именно на человеческих, выкупаешь? Да блять! И она тоже поймет, типа, то есть... Она, видимо, ты ей интересен как человек, скорее всего. Но она либо... Ты ей нравишься, но она не верит в то, что... В эти чувства, понял? Либо же... Она просто боится этой всей хуйни, типа, ты на нее смотришь мокрыми глазками, типа, язык высунув, типа, и ручки поджав, типа, я хочу понюхать твою вагину, типа. И она ей не нравится, она хочет с тобой как с человеком, а как человек ты ее устраиваешь. И просто забей хуй на запах ее вагины, просто, типа, ну. Представь, что ты ее знаешь 5000 лет, типа, и что вы с ней просто, ну, просто гуляете. Попей пивка, там, обсуди футбольный матч, даже если я похую на футбол. Скажи, вот я там на футбол сходил, мне охуенно, типа, и глоток пива делаешь такой очень важный. С важным видом, шаришь? Такая хуйня. Это, вы послушайте дедушку Владика, типа, это реально работает, то есть... Самый лучший вариант, когда тебе нравится девочка, просто... Засунуть свои чувства поглубже, типа, себе в анус. И только в том случае, если ты сможешь продержать это, засунуть в анус чувства как можно дольше, держи. И тут уже станет ясно, типа, либо она станет твоей, либо отсеется просто. Ты поймешь просто, что она как человек хуйня полная, допустим. Или наоборот, типа, вы с ней влюбитесь и будете там 100 миллионов лет вместе, знаешь. Просто вот это типа хуйня, я влюбился, там это все животная хуйня. Любовь это важно, но она замыливает глаза очень сильно. И ты можешь ошибиться конкретно. Поэтому нужно всегда думать головой. Сердцем, а потом головой, понял? Два фильтра должно быть. Сердце ведет, типа, а
фильтр, это твой мозг. Искренность Влада при деньгах. Я Тянка, я подписываюсь под каждым словом Влада, это работает. Пожалуйста, видите? Да и сами, типа, спасибо, Яся. Сами Тянка, я с ними говорил об этом. Они подтверждают, типа, эту хуйню, то есть. Они когда видят мальчика, типа, с, ну, вот такого. Вот тебе цветочки, вот тебе... Им не интересно, им похуй. Они уже считают, что, типа, они тебя... Ну, типа, ты у ее ногах, понимаешь? У ее ног. Ей да нахуй не интересно. Ей интереснее какой-то Ваня Ерохин, который ей пол вытирает, знаешь? И она думает, блядь, ебать, вот это мужчина, охуеть. Но я не говорю о том, что нужно пол вытирать. Нужно относиться по-джентльменски. Но джентльмен и влюбленный юноша — это разные вещи, понимаешь, о чем я? Это то же самое, наверное, и с девочками, на самом деле. Если я бы увидел, типа, по уши влюбленную маленькую девочку, которая на все готова, знаешь, которая за мной бегает, типа. Я бы иногда писал ради прикола, когда скучно, знаешь. Но так не было бы интереса вообще никакого, типа, абсолютно. Я уже вижу, что, ну, типа, одно мое слово, типа, она у меня в постели. Ну нахуй она мне, зачем мне это? А так это слишком просто, типа, и... По сути, я ничего не выбирал. Вы должны одновременно найти друг в друге хорошего человека. Нужного и важного человека. Достойного человека, вот что важно. Папа, не трогай писю. Да, блядь, хватит эфир забивать всякой хуйней, мы тут философствуем. Искренность Влада при деньгах. Нахер тебе ТикТок? Ну я говорю, я когда сру, типа, смотрю ТикТок. Ну или когда, типа, какая-то неловкая ситуация, знаешь, тебе нужно побыть одному, типа... Сидишь, втыкаешь в стену, потом включаешь ТикТок, и время проходит. Ну, реально, бывают, говорят, типа, там, миллиардеры говорят, да ну, убивать время, это пиздец, не прикольно вообще, типа, подумай там о финансах. Да все это хуйня, реально, ну, в жизни существуют моменты, когда тебе, ну, реально нужно куда-то убить полчаса. Ну, тебе нехуй делать полчаса, это, ну, либо ты будешь страдать, морально разлагаться, либо хотя бы не заметишь. Либо то же самое, ну и ты это не заметишь. Ебаные эти полчаса, боссаны. Искренность Влада при деньгах. Проблема в том, что один человек испытывает чувства, а другой, скорее всего, нет. Но он просто хочет показать себя хорошим человеком. А, быть вежливым и не разбивать сердце. А эта вежливость может показаться ответной симпатией. Я думаю, просто забить. Но если я тебе не нравлюсь, скажи это в лицо, горькая искренность. Лучше, чем сладкая вежливость. Ну, бро, типа, выкупаешь, ну, типа, это совсем не просто сказать, братан, отъебись от меня. Просто если ты ей написываешь днями, то у нее уже какая-то привязанность к тебе. Потому что у вас как-никак появляются какие-то, ну, уже совместные темы. Просто ваши взаимоотношения находятся, типа, как это сказать, ну, не то что в анусе, типа, но... В таком, типа, подчинительском характере, ты понимаешь, да? То есть она понимает, что она тебе нравится, но если ты с ней на контакте постоянно, у вас рано или поздно какая-то связь будет, понял? Я говорю тебе, попытайся провести время с ней просто дефолтно. Ну, типа, еще раз говорю, забей хуй на то, что она тебе нравится. Просто, типа, рассмотри ее повнимательнее. Не через... Да ты что, блядь, ты что?! Через эту хуйню, типа, блядь, сука, как я хочу в ее пизду пальчик засунуть. А просто, типа, послушай внимательно, о чем она говорит. Посмотри в ее глаза внимательно. Без этой пелены влюбленности, типа, она тебе нахуй. Ну ты, ну, просто если ты себя контролируешь, ты должен, типа, понять, что это возможно, типа, ну. Как бы засунуть реально в анус свои чувства, блядь. Хотя бы на час. Бля, не хочу быть пос... Да ты что?! Это просто какой-то пиздец, блядь.